ашты сәттерді. Күлім деген гүл көктемнің алып ұшқан ғашық жандарды. Куәсі сен астана, тоғысқан сан тағдырлар. Алшақын ғымыр жолдар, айталмаған сезім сырларды. Куәсі бол астана. Алыс шалғай мекендерден арман қуып келген біз. Жетеме келер күндің дақтандары. Сенімім бар жетем деген келешекке алынсыз. Сөнбесі астанамның бағыт сыйла шамдары. Астанамның бағы сыйла шамдары. Мама, спасибо, что вы пришли сюда. Хоть и поздно, но нам надо поговорить именно здесь, чтобы не тревожить Баужана. Здесь у нас будет маленький женский совет. Мам, Азика не хотела ехать. Я ее еле уговорила. Мама, но ведь это очень важно. И поэтому я позвала вас сюда, хоть и на ночь глядя, но важные дела нужно решать сразу, незамедлительно, не откладывая. Итак, я сразу же начну. Можно? Ну, конечно, можно. Тут же ты хозяйка среди своих картин. Ой. Гульжан, подойди ко мне. Мне что-то нехорошо. Азика, ты же только что была веселая. Ты в машине песни пела. Да, я сюда пришла, и мне стало нехорошо. Тут даже чаю не подадут. Никакого уважения, заботы. Хозяйка занята своими картинами. Ей не до меня. Мама, ну что вы такое говорите? Я бы могла вам предложить чаю, но только у меня тут нет черного с молоком, как вы любите. Зато у меня есть такой замечательный чай, пуэр называется. Вот уж тонизирует и приводит мысли в порядок. Я вам тут же его налью. Гульжан, иди ставь чайник. Гульжан, не надо ставить чайник. Я такой чай не буду пить. Вдруг отравлюсь. Лучше без чая. Мы тут с Агашой о деле поговорим. Мам, этим чаем отравиться нельзя. Что вы такое говорите? Ну, не хотите пуэр? Так я вам другие чаи предложу. У меня тут и фруктовый есть, и зеленый с жасмином, и зеленый с травами. Да, у меня даже есть чай мате. Это такой латиноамериканский чай мате. Его из специальных кружечек пьют. Не буду я твои ужасные чаи пить. Гульжан, принеси мне глоток простой воды, обыкновенной воды. Забыла я с собой взять. Я знала, что тут ничего не допросишься. Гульжан, а неси-ка ты нам все. Все чаи, какие есть, мы с тобой будем чай пить, а мама пусть воду пьет, если ей так нравится. Гульжан, не надо мне воды. Я не буду здесь пить. Я боюсь. Гульжан, а давай-ка неси нам вина. Будем праздновать. Чего нам скучать? У нас с мамой предстоит долгий разговор. А вино нам поможет расслабиться.
такой жан. Не надо вина. Принеси-ка мне подушечку с машины. А то тут в этой мастерской так жестко. Что-нибудь мягкое подложу под себя. Гульжан, принеси маме наши испанские парчевые подушечки. Те, что я из Мадрида привезла. Я их в Королевском дворце покупала. Вот уж мама обрадуется. Гульжан, не надо мне никаких иностранных подушек. Все тут не как у людей. Чаю не даю, воды не допросишься. Гульжан, ну-ка иди ко мне, поможешь поставить мне картину на мольберт. Я сейчас мамин портрет рисовать буду. На меня такое вдохновение нашло. Я ее нарисую в образе небесной феи, которая дарит людям нежность и добро. Гульжан, ничего не надо нести. Я не люблю, когда с меня пишут портрет. Еще ты какую-нибудь ведьму нарисуешь. И стыдно будет. Люди будут смеяться. Гульжан, подойди к маме. Поддержи ее в трудную минуту. Гульжан, не подходи. Стой там. Мама, Азека, что вы тут устроили? Что вы сражаетесь? Вы же тут все в пух и прах разнесете. И в итоге мне достанется. Лучше я сбегу. Дядь Боржо, спасибо, что вы сейчас сами пришли. Да, Инагуль. Я ждал, что ты придешь поговорить, но не дождался. И решил зайти. Людмила дома? Или Маша? Нет, ведь Люда постоянно в разъездах. Ее дома не застать. А дядь Володя вообще внезапно уехал, я его даже не видела. Маша с Гульжаном в антикафе, а я одна. Но я тоже сейчас скоро пойду. У меня ночная смена. Ты работаешь ночами? Да, я теперь в кардиоцентре работаю. Ну, у меня не всегда ночные смены. Иногда и днем удается поработать. Тогда я наблюдаю за операциями в мониторе. Это очень важно для моей медицинской практики. А как же занятия? Ты ведь готовишься к поступлению. Там же много экзаменов. Я просто решила в этом году поработать. Это практика намного важнее. А поступить я в следующем году успею. Мне так лучше. Много в твоей жизни изменений. Что тебе мама сказала? Ты обсуждаешь с ней свои планы? Да, у нас был с мамой очень серьезный разговор. Она меня поняла. Ну или, во всяком случае, она со мной согласна. Я ей позвоню. Мне надо перед ней извиниться. Не сумел я ее дочери помочь. Дядь Боже, ну это совершенно не так. Вам не в чем себя винить. Это я виновата, что не успела вас предупредить. Просто все так стремительно произошло. Нужна ли эта стремительность? Не лучше ли было бы подождать? Хотя я тебе верю, что ты не успела меня предупредить. Дядь Боже, я знаю, что вы хотите спросить. Я готова вам ответить. Если ты знаешь мой вопрос, ты скажи мне то, что мне нужно знать. Я вам отвечу коротко. Я знаю, что я сейчас сделаю, и я полностью несу за это ответственность. И я верю, что я не ошиблась. Этого мне достаточно. Я за тебя спокоен. Дядь Боже, я еще хотела вам сказать, что достану. Не говори мне про него. Я его вычеркнул. Он уехал. Достан исчез так внезапно не потому, что он вас не любит или не любит свою семью. Просто я теперь уверена, что здесь есть очень важная причина. И когда вы о ней узнаете, вы будете гордиться своим сыном.
Айнагуль – милая и наивная девочка. В жизни все гораздо проще. Ты думаешь, он рыцарь в ярких доспехах? А на самом деле он просто обычный человек. И мне больно от этого. Не надо мечтать. Как я мечтал, что мой сын будет благородным рыцарем. Дядя Лужа, вы знаете, у меня сейчас в жизни очень много причин быть разочарованной. Но я держусь. И вы держитесь. Не все потеряно. Доктор, мне опять нужна ваша помощь. Что со мной? Меня опять стали мучить видения. Странно. Ведь вы практически здоровы. И я не вижу причин ваших проблем. А что за видение вас мучает? Вы знаете, я даже рассказала одной своей подруге. Она мне не поверила. Так вот, во время последней медитации я вдруг ясно увидела образ темного всадника на коне. И этот образ связался у меня с какой-то темницей. Доктор, что это? Кому вы рассказали свое видение? Это была Сауле? Сауле? Нет. Я, кстати, давно ее не видела. Да, конечно, когда я ей сказала, что занятие танцем мне не под силу, то тогда и наше занятие живопись потихоньку сошли на нет. И все-таки визиты к вам подействовали на Сауле очень положительно. Я могу вас поздравить. Ваша энергия действует на людей весьма благоприятно. Ну, так что это за видение? Вы можете мне их истолковать. Что ж, придется нам возобновить лечебные сессии. Или, вы знаете, у меня есть новая идея. Я ведь познакомился с вашей прекрасной милой дочерью. Давайте сделаем так. Пусть Гульшан поможет нам определиться, стоит ли нам обратиться к психологической терапии. Доктор, ну как моя дочь может помочь такому талантливому профессиональному специалисту? Ой, ну вы явно переоцениваете мою дочь и недооцениваете свои возможности. Совсем нет. Гульжан очень талантлива. И она действительно может нам помочь. Попросите ее поработать с вами. Как психолог с клиентом. Вопросы, ответы. И даже сеансы релаксации. Вы меня очень удивляете. Но я обязательно займусь не этим. Я подчинюсь вам. И потом расскажете мне о результатах. Хорошо? Я это непременно сделаю. Только во время вашей совместной работы с ней, пожалуйста, постарайтесь почаще произносить одно странное и магическое слово. Талисман. А почему именно это слово? Я не понимаю. Талисман. А вы увидите. И вас очень удивят результаты. Уважаемые гости, сегодня у нас первый день работы нашего антикафе. У меня все время спрашивают, почему антикафе? Ну, потому что в нашем кафе вы не сможете отдохнуть. Я вообще против отдыха. Тут каждый может прийти и поработать. Не пугайтесь только. Вас никто не будет заставлять делать что-то скучное, нудное и противное вашей душе. Астана — это замечательный город.
Тут живут счастливые люди. И мне кажется, Астана должна стать тем местом, где мы сможем мечтать и воплощать наши мечты в жизнь. И это IT-кафе. Это то место, где мы можем мечтать. Да, Маша со своей восторженностью опять заговорила о том, что ей так интересно. Она говорит про наш город. Он для всех нас становится местом встреч, местом рождения идей. Здесь перекресток разных судеб и разных историй. Приходите к нам, ребят, когда захотите. Друзья, еще мы хотели вас попросить. Приглашайте своих знакомых, друзей, разных людей к нам в IT-кафе. И нам всем вместе здесь будет очень интересно. Мы будем показывать новые картины, читать стихи и петь песни. Да, мы попросили нашего друга Джона сегодня вечером попеть. Он родом из Италии. Так что пусть сегодня в нашем IT-кафе звучат итальянские песни. Mezzanotte sai che io ti cercherò, ovunque tu sarai sei mia, e stringerò il cuscino fra le braccia, mentre cercherò il tuo viso che splendido nell'ombra apparirà, mi sembrerà di cogliere una stella in mezzo al cielo. Così tu non sarai lontano quando brillerai nella mia mano. Ma non vorrei che tu a mezzanotte tre stia già pensando a un altro uomo. Mi sento già sperduto e la mia mano dove prima tu brillavi è diventata un pugno chiuso, sai. Cattivo come adesso non lo sono stato mai, ma quando mezzanotte viene, se davvero mi vuoi bene, cercami mezz'ora almeno e da un pugno chiuso una carezza nascerà. Va, 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 na, 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 na. E stringerò il cuscino fra le braccia mentre cercherò il tuo viso che splendido nell'ombra apparirà. Cattivo come adesso non lo sono stato mai, ma quando mezzanotte viene, se davvero mi vuoi bene, pensami mezz'ora almeno e da un pugno chiuso una carezza nascerà. Спасибо! Спасибо! Азека, ты хотела Айнагуль? Вот она. А теперь ты. Мама, клянись. Клянусь. Подожди. Дай мне обняться с Айнагуль. Давай. Как красиво поет Джон. Он от сердца поет. Такие минуты я готова всех полюбить. Вот увидела тебя, и сердце дрогнуло. Божена, простите меня. Просто сейчас настал такой момент, когда мне нужно побыть одной, вне вашей семьи. Чем же тебе моя семья не угодила? Да дело тут совсем не в семье. Давайте я вам все объясню со временем. Хорошо? Конечно, объяснишь. Ты же мне как родная. Я предлагаю отметить нам начало небывалого взлета нашей компании и за его руководителя. За вас, Боже.
А я думаю, что начало пути отмечать еще рановато. Не волнуйтесь, Агайша, у меня такое чувство, что мы уже на взлетной полосе. А у меня какие-то другие предчувствия. Агайша, не нагнетай. Я с тобой согласен. Рановато нам еще отмечать успех, который не очевиден. Боже, сегодня важный день для нас всех. Как красиво поет этот американец. А вы поете? Да, Баушан прекрасно поет. И я тоже пою. Я ему пою. Мы вообще любим пение. Все-таки, Агайша, какая же вы счастливая женщина. У вас такой муж. Честный, благородный, умный, талантливый. Ой. Извините, я вас покину ненадолго. Мне надо кое с кем поговорить. Дождались. Нашла себе, Васька, новую головную боль. А что, милое дело? Ой, мне здесь так нравится. Не переживай, они справятся. И потом, ты же сама хотела, чтобы Вася нашел себе дело, здесь остался. Ой, да ну тебя! Вечно ты чем-нибудь недовольна. Да, представь себе, недовольна. У меня только что дома был военный совет. Командовала мама. Совет. Что решили? Да в том-то и дело, что ничего не решили. Как всегда, я во всем виновата, а они во всем белом. Решили ждать Володю. И где же Володя? А Васька так и молчит. Таинственно молчит. Знаешь, как меня пугает это его молчание? Я надеюсь на Баушана. Я думаю, он вам поможет. Да ты что? Я же тебя просила, никому ни слова. Но ты же клялась мне. Ну, вырвалась. Не выдержала я. И потом, Боже, у меня не чужой человек. Да как ты могла? Агайша, ты невыносима. Я теперь вообще перестану с тобой разговаривать. И ничего тебе не буду рассказывать. Ничего. Ну вот. Ну, я этого не хотела. Слушай, дома Волшана папа объявила мне войну, а теперь и ты так к ней присоединяешься. Совсем одна я. И кому я должна все рассказывать? Теперь я, конечно, буду все Боржану рассказывать. А кому мне говорить? Да кому, кому? Хоть кому. Ой, ладно, слушай. Ну, сказала и сказала. Ну, что теперь поделаешь? Лед, ты меня прощаешь? Ну, я такая, ну, не смогла сдержаться. Ну, а что? Что теперь? Конечно, прощаю. Что с тобой поделаешь? Я уже поняла, что ты неисправима. О чем шепчетесь, кумушки? Да все о том же. Вот, делаю комплименты Агайше в том, что она ничуть не изменилась. Комплименты? Да я видела, как ты вспыхнула. И сразу же поспешила сюда. И что у вас за комплименты такие? Что вы прям друг с другом молнии глазами мечете? Ну что, мам, Лен, я тоже комплименты Людмиле говорила. Какая она трудолюбивая, вся на своих плечах держит. Поняла я вас, девочки. А что ж вы моих внуков не поздравите? У них все-таки праздник сегодня. Поздравим, конечно же, обязательно поздравим. Люд, я хотела тебе сказать, ты знаешь, я всю ночь не спала. Все думала. Мне кажется, Володя что-то задумал. Но вернется, все будет ясно. Ой, боже мой. Володя что-то задумал? А что? Да, Гайша. Мне кажется, он поехал, чтобы кое с кем встретиться. Кого Люда очень хорошо знает. Кого? Кого знаю? Того, кого ты так сильно любила. Что сердце терпит,
тағдырлар, алшатын ғымыр